Привет, привет, мои дорогие! Я очень рада снова с вами встретиться. Во-первых, хочу поблагодарить тех, кто оставил свои комментарии к видео по вот этой кофточке. Огромное вам спасибо! Я очень рада, что она вам понравилась. Ну, а сегодня, как и обещала, мы разберем схемы, узоры, и я покажу, как вяжется один узор и как вяжется второй узор. Так, и спрашивали еще у меня, не увидели номер цвет. А вот я этикеточку нашла. 613. Номер 613. Кому интересно. Так, ну и теперь мы приступим к узорам. Так, узоры у нас будет два узора. Схема номер 1 и схема номер 2. Вот сначала мы будем вязать по схеме номер 1. Это узор, вот нижний узор. Так, немножко расскажу по схеме. Значит, ну тут, в общем-то, из условные обозначения, я думаю, что всем знакомые. Изнаночные, лицевые петли, 3 петли вместе и накид. Вот эта вот пустая клеточка, вернее, темная клеточка, это... скажем, нет петли. То есть, если вам попадается где-то в схемах вот такая вот клеточка, да, и пишется, что нет петли, просто вы провязываете, допустим, 3 петли вместе лицевой и дальше делаете накид. То есть, эту не берете во внимание, пропускаете. Вот. Ну, сейчас мы будем вязать, и я думаю, что вам все будет понятно. Так, вяжем первый узор, вот этот нижний. Я набрала для образца 32 петли. Так, и вяжем первый ряд. Кромочная, 2 изнаночных. Это у нас будет по краям в начале и в конце ряда 2 изнаночных. Далее смотрим по схеме. 2 лицевых. 2 лицевых. И затем 3 петли вместе. Лицевой с наклоном вправо. Вот эти будут с наклоном вправо идти, эти с наклоном влево идти. Так, 3 петли. Можно петельки развернуть, чтобы они ровно красиво смотрелись. И провязываем 3 петли вместе слева направо. Вот так. Далее, вот эта пустая клеточка, ее как бы мы не берем во внимание, делаем накид, 1 лицевая, накид, и следующие 3 петли вместе, лицевой с наклоном влево. Первую петлю снимаем, следующие 2 провязываем лицевой и протягиваем через снятую петлю. Получилось 3 петли вместе с наклоном влево, 2 лицевые. И далее у нас идет 4 изнаночных. 1, 2, 3, 4. Вот это у нас один раппорт, не считая вот этих вот первые две петли. Один раппорт, 15 петель. 11 и 4. И далее повторяем. 2 лицевых, 3 петли вместе с наклоном вправо, 3 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 лицевая, накид и 3 петли вместе с наклоном влево. 2 провязали и протянули через снятую. 2 лицевые и 2 изнаночные в конце ряда. Кромочная. Так, первый ряд провязали. Смотрите, если вы будете вязать в круговую, то так и вяжете по схеме. То есть круговой ряд, он так и будет у нас идти справа налево, справа налево, вот так кругами. А если будем вязать поворотными рядами, то второй ряд у нас будет идти слева направо. Так, переворачиваем и вяжем второй ряд. В
лицевых, вернее, в изнаночных рядах, в четных рядах у нас будут накиды. Остальные петельки все по рисунку. Так, кромочную снимаем. 2 лицевые, 3 изнаночные, 1, 2, 3. Накид. Накид на изнаночной стороне в четных рядах делаем к себе. В лицевых мы делаем от себя, а в изнаночных к себе. Делаем накид. 3 изнаночных. 3 изнаночных. Далее 4 лицевых. 3 изнаночных. Накид к себе. 3 изнаночных. Накид. 3 изнаночных. И в конце ряда 2 лицевых и кромочная. Так, провязали второй ряд, переворачиваем. Вот второй ряд мы вяжем слева направо. Следующий, третий ряд. Кромочная, 2 изнаночных. Далее у нас идет 3 петли вместе с наклоном вправо. То есть тут петельки мы сначала снимем и развернем их. И провяжем слева направо 3 петли вместе лицевой. Провязали, накид и 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. 5 лицевых. Накид от себя и 3 вместе лицевых. Первую снимаем, следующие 2 провязываем лицевой. И протягиваем через снятую. Получилось 3 вместе с наклоном влево. Так, 4 изнаночных. И повторяем до конца ряда. 3 вместе лицевой. Сначала их снимем. Развернем. И провяжем слева направо. 3 петли вместе. Накид, 5 лицевых, 3 вместе с наклоном влево. И в конце ряда 2 изнаночных и кромочная. Провязали третий ряд, переворачиваем, вяжем четвертый ряд. 2 лицевых. Далее у нас идет 1 изнаночная. Накид к себе. 7 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. Накид к себе и 1 изнаночная. Далее 4 лицевых. И повторяем 1 изнаночная. Накид к себе. 7 изнаночных. Накид к себе, 1 изнаночная, и в конце ряда 2 лицевых и кромочная. Провязали четвертый ряд. 5 и 6 ряд вяжем по рисунку. То
То есть здесь у нас будет в начале ряда 2 изнаночных, 11 лицевых, 4 изнаночных, 11 лицевых и в конце ряда 2 изнаночных. И по изнаночной стороне все петельки по рисунку. То есть здесь у нас накидов нету. Вяжем самостоятельно. Итак, один раппорт нашего узора мы провязали. Дальше узор повторяется с первого ряда. То есть здесь у меня изображено 2 раппорта. И по низу я провязала 10 раппортов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 раппортов. То есть тут вы уже смотрите, какую высоту, длину вам нужно. И уже ориентируйтесь из своих расчетов. То есть 10 раппортов. Дальше у нас идут дорожки 11 лицевых, 4 изнаночных. Это я уже говорила. И вот здесь немножко сразу я вам по рукаву, по-моему, я там неправильно сказала. После того, как я провязала 3 ряда платочной вязкой, первые 2 раппорта, вот эти вот, я вязала вот этим узором, узором номер 1. Вот первые 2. 1, 2, 2 раппорта. А затем я продолжила узором номер 2. Вот этим узором. Вот он у меня начинается. Вот отсюда. И дальше уже узором номер 2. Так, ну и сейчас я покажу, как перейти на узор номер 2. То есть здесь у нас он немножко будет расширяться. Здесь, смотрите, у нас было 11 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 петель. А здесь у нас он маленечко будет расширяться. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 петель будет. Здесь он у нас будет начинаться вот отсюда, с изнаночной петли. По краю у нас 2 изнаночных. Кромочную снимаем. Так, первую петлю провязываем изнаночной. Дальше у нас идет 1, 2, 3. 3 лицевых. Вот эта вторая изнаночная у нас будет лицевой. 1, 2, 3 лицевых. 1 изнаночная, 3 лицевых. Затем 3 петли вместе, лицевой с наклоном вправо. То есть вот она у нас центральная, 1 лицевая. Вот она центральная, она так и идет. 3 петли вместе с наклоном вправо. Так, петельки развернем. И провяжем вместе 3 лицевой, 3 лицевых с наклоном вправо. Накид. 1 лицевая, тут все так же, накид, 3 петли вместе с наклоном влево, первую петельку снимаем, следующие 2 провязываем лицевой и протягиваем через снятую. И 3 лицевых, 1, 2, вот эту изнаночную провязываем тоже лицевой, 3 лицевых. Далее, следующие 2 петли, здесь мы убавим, я говорила, здесь вот нужно будет убавить петельки, чтобы узор у нас вот ровно так продолжался. Следующие 2 петли, это один раз только, вот когда мы переходим, провязываем вместе изнаночной, 2 петли вместе изнаночной. Так, дальше мы продолжаем уже вот вторую половину. Так, здесь у нас будет 2 петли вместе, то есть вот она вот изнаночная, вот она изнаночная, которую мы провязали, 2 петли вместе. Затем 2 петли вместе с наклоном вправо, накид, 1 изнаночная, 7 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 изнаночная.
Здесь у нас будет накид и 2 петли вместе с наклоном влево. Здесь с наклоном вправо, а здесь с наклоном влево. Так, накид и 2 вместе с наклоном влево. И в конце ряда изнаночная и кромочная. Так, провязали. Переворачиваем и вяжем второй ряд. Здесь у нас идет все по рисунку, а здесь также идут накиды. Так, и вяжем второй ряд. Кромочная, лицевая, 2 изнаночных, накид провязываем изнаночной, 1 лицевая. Далее у нас идут по рисунку 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 изнаночных, 1 лицевая, 2 изнаночных, накид провязываем изнаночной, 1 лицевая. Так, и далее уже у нас идет вот эта вот половина узора. Здесь у нас идет 1, 2, 3, 4. 4 изнаночных. 1, 2, 3, 4. Накид к себе. 3 изнаночных. Накид к себе. 4 изнаночных. И лицевая, и кромочная. Так, второй ряд провязали. Следующий, третий ряд. Кромочная, 1 изнаночная. Так, третий ряд. 1 лицевая, 3 петли вместе с наклоном вправо. 1 лицевая. Петельки разворачиваем. И провязываем 3 петли вместе с наклоном вправо. Накид, 5 лицевых, 3 петли вместе с наклоном влево. Одна лицевая, 1 изнаночная. Далее у нас идет накид и 2 вместе с наклоном влево. Здесь идет как бы, он так вот змейка идет. Видите узор? Змейкой вот такой идет. Так, накид, 2 вместе с наклоном влево, изнаночная. И следующие тут 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Изнаночная. Здесь у нас будет идти 2 петли вместе с наклоном вправо. Провязываем их слева направо, накид, изнаночная и кромочная. Так, провязали, переворачиваем и вяжем четвертый ряд. Так, эта половина узора у нас идет по рисунку, а здесь накиды. Здесь вяжем все по рисунку. Накиды провязываем изнаночной. Так, а здесь смотрим накиды. 2 изнаночных, накид.
2 изнаночных, накид. Дальше у нас 7, по-моему. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Накид к себе. Изнаночная. 2 изнаночных, лицевая и кромочная. Так, четвертый ряд провязали. Пятый ряд. Кромочная, 1 изнаночная. Здесь у нас уже будет 2 петли вместе. То есть вот они, 2 лицевые. Также их разворачиваем и провязываем слева направо 2 вместе лицевой. Накид, 9 лицевых. Накид и 2 вместе с наклоном влево. Изнаночная. Здесь смотрим 2 петли вместе с наклоном вправо и накид. Так, 2 петли вместе с наклоном вправо. Накид. 1 изнаночная. 7 лицевых. Одна изнаночная, так, накид и 2 вместе с наклоном влево. Накид и 2 вместе с наклоном влево. Изнаночная и кромочная. Следующий, шестой ряд у нас вяжется по рисунку, как смотрят петельки. То есть здесь мы накиды уже не делаем, провязываем по рисунку. Шестой ряд. Так, провязали. И теперь нужно будет еще 2 раза повторить, то есть 3 раза вот этот узор 3 раза, и затем меняем местами, переносим сюда ажурный узор, а сюда вот эту дорожку из лицевых. Вот она идет в таком шахматном порядке. То есть вот 1, 2, 3 провязали, затем поменяли местами. Здесь тоже 1, 2, 3. И вот эти вот дорожки тоже меняем местами. Видите, в шахматном порядке. Вот. То есть 3, вернее 2 вяжем еще самостоятельно. Провязала еще один элемент, больше не стало. Вы уже провяжете самостоятельно 3, да? И теперь нам нужно будет перейти и поменять местами ажур сюда, а вот эту дорожку сюда. Так, кромочная, 1 изнаночная, далее будет идти накид и 2 вместе с наклоном влево. Накид, 2 вместе с наклоном влево. Изнаночная. Семь лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Изнаночная. 2 вместе с наклоном вправо. Накид. Изнаночная. Изнаночная, она идет вот как раз над изнаночной. Она никуда не смещается. И затем уже вот этот элемент. 3 лицевых. 3 петли вместе с наклоном вправо. Накид. 1 лицевая. Она тоже должна быть вот по центру, 1 лицевая. Накид, 3 петли вместе с наклоном влево.
3 лицевых, изнаночная и кромочная. Вот, собственно, мы перешли, вернее, поменяли местами вот эти вот узоры. Ну, а дальше вы уже знаете, как вязать. То есть также вяжем 3 раза и снова меняем местами. Вот, я надеюсь, что вы поняли, как вяжется этот узор, и дальше самостоятельно разберетесь. Вот еще раз покажу, как он выглядит. То есть здесь мы начинаем переходить. У нас идет вот эта лицевая дорожка. Она как раз потом уходит под пройму. А вторая идет вот эта дорожка. Понятно, да? Сначала лицевая, а потом вторая вот эта идет. Ну и потом меняется местами. И в конце тоже ряда идет вот эта вот лицевая дорожка. Так, а по рукаву, петельки, которые будете добавлять для расширения, их просто вяжем лицевыми петлями. То есть здесь идет вот начало ряда. Так, а здесь идет, начинается вот с этой дорожки, с ажурной. Вот. И когда я вязала в начале вот этим вот узором, первым, да, то есть здесь я делала не 4 изнаночных, а 2 изнаночных. Вот здесь 2 изнаночных, не 4, а 2 изнаночных. 2 изнаночных. Вот. И потом мне пришлось убавлять, и как бы узор сам продолжился, перешел на второй узор. Здесь по центру ажур идет, по центру рукава. Ну вот, вроде бы я вам все объяснила, рассказала. Если что-то непонятно, спрашивайте. И схемы я, не знаю, выложу я, наверное, в группах. Или посмотрю, сделаю на сайте. В общем, ссылочку я где-нибудь оставлю вам. Или на сайт, или по группам выложу узоры. И тот, и другой схемы. Так что найдете. Ну, если что-то непонятно, то спрашивайте. Ну, в общем-то, узор, я думаю, что не сильно сложный. Немножко сначала, может быть, будете путаться, а потом несколько раз провяжете, и уже как бы все запомнится, и будет легко вязать. Вот. Вяжите с удовольствием. Сегодня я с вами прощаюсь. Всем пока и до встречи в новых видео. Заканчиваю юбку, и скоро появится на канале юбка. Всем пока!